Харківського інституту астрономії при університеті імені Карасова. Ну, Харків у нас місто астрономії, тому астрономи в нас виступають часто, але завжди в них дуже цікаві доповіді. І сьогодні в нас те, про що ми ще не чули, і від найкращого спеціаліста в Україні сьогодні там буде лекція про те, власне, що таке телескопи і як їх будувати. Ми багато говорили про астрономію, але саме про інструмент астрономії ось ми будемо говорити саме сьогодні. Як завжди, я зроблю коротенький анонс. Наступного четверга, 26 жовтня, в нас кандидат економічних наук Тарас Данько, і він буде говорити про майбутнє нашої економіки. Але ще я у вас попрохаю хвилиночку. Ви всі знаєте, мабуть, що в нас відбулося вчора в Харкові. І тому давайте ми почнемо з хвилини мовчання на пам'ять того, що ти загинув. Начало телескопической астрономии так привлекает пристальное внимание.
помощью которого астрономы до Галилея все эти века, начиная от Древнего века, проводили наблюдения, проводили измерения и выстраивали некие теории, гипотезы о строении окружающей среды. Ну, если говорить в современных терминах, наш глаз достаточно совершенный светоприемник. Например, по сравнению с фотоаппаратами, которые, так сказать, часто характеризуют мегапикселями. Вот у нас глаз имеет 6 мегапикселей, которые воспринимают цветные. Цветное, 6 мегапикселей цветного зрения, 120 мегапикселей черно-белого, соответственно, дневное и ночное зрение. Поэтому в этом плане не каждый фотоаппарат, так сказать, может похвастаться таким количеством мегапикселей. Ну, в силу того, что зрачок глаза максимально расширяется в темном помещении до 6 мм, разрешающая способность глаза, то есть возможность видеть две точки раздельно или два предмета, она ограничена, составляет примерно 2 минуты, ну или 120 секунд. Значит, ну вот, картинка, показывающая, как можно, имея только, так сказать, распоряжение собственную руку, измерить круговые размеры чего-нибудь из земных предметов небесных светил, ну, скажем, физически имеет на обычном проекте, естественно, имеет размер условия 1 градус. Соответственно, Луна, которая имеет угловой размер 0,5 градуса, всегда закрывается незначительно. Ну, характерные размеры объектов, с которыми имеют дело астрономы, приведены в этой табличке. Здесь, кроме Солнца и Луны, которые разрешаются, то есть видны как протяженные объекты неокруженным глазом, приведена Венера, которая имеет диаметр 60 секунд, наибольший, Марс 25 секунд, ну и так далее. Ближайшие звезды-гиганты, диски которых доступны наблюдению, имеют угловой размер в порядках 2-3 сотых угловой секунды. Ну, угловая секунда достаточно маленькая величина. Вот, значит, угол, соответствующий одной угловой секунде, имеет размер спички, наблюдаемый, ну, толщина спички, наблюдаемая с расстояния 200 метров. То есть можете представить, насколько это маленько. Ну, еще астрономы имеют дело с системой звездных величин, то есть сравнение яркости и зрительного ощущения, которое получают у вас при наблюдении небесных тел. Оно было введено еще древней Грецией. Вот. Был такой астрономический пар, который разделил все звезды, наблюдаемые глазом, на 6 величин. Самые яркие называются первой величиной, самые слабые звезды 6 величины. Вот. Ну и, соответственно, промежуточное значение для звезд остальных яркостей. Эту шкалу сохранили исторически, поэтому в астрономы пользуются звездными величинами. Вот. Причем, если эту шкалу расширить, чего не делали в древности, то получается отрицательное значение звездной величины для ярких объектов вроде Солнца. Ну и достигнутый предел по звездной величине для телескопа Хаббла на сегодня — это 25-я звездная величина. То есть это приблизительно в миллиард раз меньше поток излучения, чем от звезды, которая определена на невооруженным глазом. Вот. Ну, ко времени Галилея, а это было начало 17 века, но я еще немножко остановлюсь на оптических понятиях, чтобы потом не было вопроса по поводу некоторой терминологии. Значит, всем известно собирающее или положительное. Вот это стеклянный, симметричный, так сказать, кусок стекла, который имеет две симметрические поверхности, как правило, в группе. И всем известно, что она может строить точку. Все игрались с солнечным зайчиком, который собирает линзу и который строит точку. Действительно, если на положительную линзу приходит параллельный пучок лучей, они собираются в фокусе, и получается изображение. То
Точно так же работает и вогнутое зеркало, то же самое. Падающие пучки лучей параллельные, собираются в фокусе и тоже образуют изображение точного источника или звезды. Ну, с той же разницей, что изображение за линзой получается за ней, а изображение перед зеркалом получается перед. Если рассматривать удаленный источник как совокупность точек, то линза где-то посреди себя на расстоянии, которое называется фокусным расстоянием, построит изображение предмета, висящего в воздухе, если мы направим линзу на этот предмет. Можно сюда поместить матовое стекло и увидеть непосредственно это изображение этого предмета, перевернутое и уменьшенное. Можно поставить сюда какой-нибудь фотоприемник, например, матрицу фотоаппарата и сфотографировать. То есть вот принцип действия. Чтобы построить светильную трубу или телескоп, то изображение, которое строит линза, висящее мы, рассматриваем с помощью второй линзы, называемой окуляр. При этом линза становится меньше. Из-за того, что мы приближаемся достаточно близко к этому изображению, с помощью окуляра, рассматривая его с увеличением, мы видим увеличенное изображение, то есть телескоп, состоящий из такой простой системы, позволяет увеличить разрешающую способность глаза. То есть она становится выше. То есть уже не 60 секунд разрешаем, но больше. То же самое можно сказать и о выигрыше глаза по свету в случае наблюдения. Если мы сравним наблюдение невооруженным глазом, вот падает лучок лучей, ну, пропорциональный освещенности, которая создает, скажем, звезда на этой плоскости. Понятно, что глаз в силу своего малого размера перехватывает пару лучиков, то есть малую долю этого. Если мы используем телескоп, то все, что пришло в апертуру, соберется и узким пучком параллельно в глаз. То есть мы увидим, что объект, который мы наблюдали до этого слайдинга, он станет ярче, причем яркость увеличится пропорционально площади. Вот, собственно, два основных назначения телескопа, которые делают его очень полезным инструментом. Значит, времена были, как я сказал, это начало 17 века. Значит, Галилей услышал, что в Голландии изобретена некая труба, тогда название телескопа еще не было, которое позволяет рассматривать другие предметы, как фундаментальные материалы. Этого слуха было достаточно для того, чтобы он самостоятельно проанализировал имеющиеся в его распоряжении сведения и собрал простейшую трубу, которая называется трубой Галилея. Она состоит из объектива положительной линзы и отрицательной линзы. Трубочка первая увеличила 3 раза, затем он построил трубу, которая увеличила 8 раз, и самая большой из его телескопов, самый длинный, увеличила 32 раза. Эти трубы с точки зрения современного трубы были абсолютно несовершенны, но тем не менее даже такие несовершенные трубы позволили Галилею выполнить первое телескопическое наблюдение. Вот, и 10 января 1610 года он смог увидеть в небе то, что никогда и никто до него не видел. Он открыл спутники Юпитера, сразу 4, которые обращались вокруг Юпитера, потом как планета обращается вокруг Солнца. Он увидел, что на Луне есть горы, моря, какие-то темные образы, то есть она вся разрегулирована. Он увидел пятна на Солнце, которые считались вообще символом незапятнанности. Самое интересное, он увидел фазы планеты Венера, которая в зависимости от положения относительно Солнца, потом на Луне имеет фазу от серпа до почти того. Это, конечно, был сильный удар по царившей в те времена системе мира, так называемой геоцентрической, которая поддерживалась католической церковью, и в которой Земля считалась расположенной в центре Вселенной, вокруг нее обращалась планета, и все это было сферы неподвижных звезд. Вот это очень сильно противоречило, это было очень революционно,
с этого момента началась история астрономии с применением астрономических инструментов. Сразу же попытались усовершенствовать труппу Галилея, то есть Кеплер предложил вот такую схему телескопа, которая в качестве окуляра используется не отрицательная карта Галилея, а положительная. Эта схема имеет ряд преимуществ, и в принципе она сохранилась в таком виде. И сразу же стало понятно, что невозможно по каким-то причинам, никто не знал, почему получить большие увеличения или построить инструменты с большим диаметром. Только Галилея имели диаметр 35-51 мм, то есть совершенно небольшие. Вот. Но тем не менее, все попытки построить более крупные инструменты для того, чтобы лучше рассмотреть все то, что открыли Галилея, все остальное интересное во Вселенной, они не увенчались успехом. По крайней мере, то есть объектив, состоящий из одной положительной линзы, он страдает недостатками или аберрациями, вот, наиболее сильной из которой является хроматическая аберрация. Она заключается в том, что лучи синего и красного цвета по-разному прилагаются и фокусируются на разном расстоянии от центра линзы, то есть имеют разные фокальные поверхности. Соответственно, все остальные лучи между, которые внутри спектра находятся, зеленые и прочие, они получаются фокусы. То есть здесь, то есть фокус растянут в оптической оси, и как бы мы не фокусировали окуляр, мы получаем рисковое изображение, получаем разноцветное линзу. Опытным путем выяснилось, что избежать хроматической операции, или, по крайней мере, замаскировать ее, можно путем удлинения фокусного расстояния линзы. Поэтому вот в 17 веке возникли такие вот совершенно невообразимые телескопы, которые состояли из однолинзового объектива, но с огромным фокусным расстоянием. Вот один из построенных телескопов, телескоп Галилея, его длину 45 метров. При этом диаметр объектива его всего лишь 45 метров, но вот настолько мешал хроматизм, что довольствовались вот такими вот громоздкими неудобными инструментами. И тем не менее, астрономы наблюдали даже с такими достаточно громоздкими неудобными инструментами и не удивлялись, делать при этом очередной ряд. Ну вот, следующий вариант динофокусного, супердинофокусного телескопа вообще без трубы, называемый воздушный телескоп, у которого объектив укреплен на высоком столбе, а наблюдатель ловит изображение и управляет объективом при помощи динамики. Вот с такими даже телескопами, тем не менее, нашли дополнительные спутники Сатурна, открыли структуру кольца Сатурна, который мы смогли посмотреть Галилею. Нашли ряд комет, ну и еще раз открыли интересные, совершили вот эти самые предметы. Парижская обсерватория, основанная в том же 17 веке, на этой старинной гравюре видно, что наблюдатели имеют воздушные телескопы, которые расположены, объективы, которые расположены на башне или на здании обсерватории, изобразить лучезрение, которое наблюдатели, на светило, которое наблюдатели направлены в данный момент. Но, тем не менее, время шло, и в 1668 году Исаак Ньютон, небезызвестный, предложил свою схему телескопа. В отличие от линзового объектива, зеркала не обладают хроматической аберрацией, то есть они в случае всех линзового отражают одинаково и собирают. Вот, и поэтому схема телескопа, предложенная Ньютоном, состоящая из погнутого зеркала и маленького плоского зеркала, которое служит для того, чтобы вывести пучок в бок, дабы наблюдатель заслонял падающий телескоп. Она, в общем-то, показала свою жизнеспособность, такой вот крошечный инструмент, который Ньютон построил, собственно, обычно с объективом всего лишь 45 мм.
потом эти телескопы остались на бумаге ждать своего часа. Значит, выдающийся английский астроном Филипп Гершель, он тоже заинтересовался. Астрономией, хотя бы музыкантом по образованию, переехал в Англию и узнал о том, что нужно сделать телескоп своими руками, взялся за дело в свободное от самой работы где-то в каком-то оркестре. В свободное от работы время он начал совсем научно шлифовать зеркала, заготовил первый рефлектор. И дальше это в конце концов стало достаточно основным занятием его дальнейших. Он хотел наблюдать, он хотел все видеть своими собственными. Значит, в те времена зеркала делались зеркальные полосы, это сплав и менее слова, очень капризный, который очень трудно обрабатывать. После шлифовки и полировки оно очень быстро тускнеет, и поэтому, ну, в общем-то, достаточно мучительное занятие было на зеркальных зеркалах. Тем не менее, Гершель изготовил около 400 зеркал, часть телескопа в таком виде небольшой он продал, часть использовал для собственных. При этом он использовал собственную схему, модифицировал схему Ньютона и выбросил. То есть как диагональное зеркало, поскольку светопотери на двух зеркалах они были настолько значительны, что выгоднее было смириться с тем, что вот в этих косых лучах сильные операции не мешали получить достаточно хорошее изображение зеркала. Гершель построил примерно 1780 году самый большой телескоп того времени. Вот это был так называемый 20-метровый рефлектор. Ну, или вот футов в метрах, это 6 метров длина. Наблюдатель находился прямо здесь, вот на вот этой платформе, и заглядывал в окуляр, в трубу, на зеркало, глядя в окуляр. Конечно, тоже очень громоздкая и неудобная работа и конструкция, но по современным временам. Тем не менее, Гершель работал с очень современным аппаратом. Вот с помощью этого телескопа он сделал 4 полных обзора достаточно наивной широте небесной сферы. Во время своих поисков он открыл планету Уран, открыл вот кучу других объектов интересных, в том числе кометы, двойные звезды. Больше всего его, конечно, интересовали неологические туманности, природу которых никто не знал. И структура нашей галактики, он был первым, кто построил модель нашей галактики своим собственным методом, связанным черпком. То есть он проводил в разные стороны, в разные направления телескоп, посчитал количество звезд, какая вот модель галактики, Солнце находится здесь. То есть, в принципе, не так сильно противоречит современному представлению, с учетом того, что сюда телескоп Гершеля не проникал так далеко, как хотелось. Значит, дальше уже в те же времена Гершеля появились хроматические объективы. То есть оказалось, было найдено опытным путем и потом подтверждено на практике, что если взять две линзы из разного сорта стекла, так называемое хроновое стекло или флинтовое стекло, и изготовить из них объектив, он будет иметь положительную оптическую силу, то есть будет стоить изображение. И если они лучи красные и синие, качество изображения сразу сильно улучшается. И такие трубы, ну правда небольших размеров, выпускались домом, начиная с 70-18 века. Вот таким законом вот сегодняшнего оборудования. Из чего хватало для нужд практически для мореплавания, для военных. Ну, астрономы, конечно, хотели, как всегда, больше. Значит, для того, чтобы комфортно наблюдать небесное светило, телескоп должен отслеживать достаточно большие движения. Если мы наведем телескоп на объект, особенно при большом увеличении и завращении Земли, очень быстро объект будет уходить из поля зрения, телескоп надо будет все время подправлять вслед за объектом. Поэтому были изобретены, разработаны, изготовлены так называемые монтировки телескопов. Ну вот, например, немецкая монтировка.
соответственно, намного комфортнее начинать себя чувствовать. И уже в самом начале 18 века появились телескопы уже, так сказать, для которых были разработаны как объективы, причем разработанные с фундаментальным образом, то есть рассчитанные теоретически измеренные показатели колонии стекла, сварили специальные стекла и изготовили двухлинзовый объектив, который давал уже достаточно хорошие изображения, намного лучше, чем те, которые давали, скажем, рефлекторы Гершеля, ну как, бывшие лучшие методы. Телескопы снабжались действительно параллактической монтировкой материальной, то есть комфорта самого намного увеличилось. Ну вот один из первых рефлекторов Фон Гутера, это начало века, который был поставлен до сих пор живой обсерватории. Да. Это самый большой из рефлекторов, который когда-либо был вообще построен, имеет диаметр объектива 1 метр и 2 сантиметра. Ну вот здесь, я не знаю, видно или нет человека, то есть это колоссальное сооружение для такого рефлектора. Ну и несмотря на все эти ухищрения, рефлектора большого размера так и не было построено. Стало понятно, что собирать еще больше света, увеличивать разрешение позволяет только рефлекторы. То есть зеркальные объективы можно было пытаться создавать гораздо больше. На этом телескопе рефлектора закончилось. Их было изготовлено достаточно много. Больше 70 сантиметров, штук 12, и размером меньше, ну, достаточно большое количество, даже Всероссийская рефракторская система в свое время получила в 20-е годы 20-сантиметровый рефрактор Цельса, который до сих пор был жив, на котором, ну, ряд наблюдений интересных было. Вот. Кроме того, параллельно развивалась и физика, и математика. И в конце концов, поскольку телескопы стали достаточно хорошими, и все пытались понять, что же можно ожидать от телескопов, оказалось, что идеальных точечных изображений телескоп построить не может. Картина звезды в идеальном безоперационном телескопе имеет вот такой вид. Это называется картина рефракции или картина Эйли. То есть это не некий кружок, окруженный рефракционными кольцами. В кружке сосредоточено 85% энергии от источника. Вот угловой радиус однозначно считается из вот этого соотношения, длина волны и диаметра объектива. То есть для объектива диаметром, скажем, 240 мм, радиус углового радиуса кружка, он точно, точность равен полной оси. Соответственно, ограничена и разрешающая способность диаметром апертуры, то есть чем больше апертура, тем выше разрешающая способность. И также был разработан критерий Ривея для качества оптической поверхности, которая дает идеальное изображение. То есть было установлено, что зеркало или линза в совершенном, скажем, инструменте должна уклоняться от идеально рассчитанной математической фигуры на определенную величину. Вот эта величина для линзовых элементов составляет четверть длины волны видимого света полмикрона, грубо говоря. То есть вы представьте себе, с какой точностью нужно соответствовать достаточно большой. Изделие с точностью несколько сотен микронов, это, конечно, очень серьезно. Ну, так вот выглядит звезда, если приближаться к делу разрешения, видно, что диски A — это двойная
поэтому были построены, короче, еще несколько больших, несколько телескопов Михаила Зеркала. Просто колоссальное сооружение, 200 тысяч частей, около 900 тонн этого телескопа. Зеркало главное расположено вот здесь, а наблюдатель располагался над главным зеркалом, вот здесь вот в кабине наблюдателя. При запуске телескопа, да, залазил в эту кабину, располагался там и удерживал фотографическую картинку, это называется идеально, для того, чтобы получить резкие изображения, чтобы компенсировать ошибки видения, которые возникают при работе телескопа. Значит, полезная идея, которая приходила в дальнейшем на этом телескопе, была то, что использовали так называемую ферму Сильвье, которая конструируется таким образом, из треугольничков собирается, таким образом, что при включении гравитации вторичные и главные зеркала не провисают в равной мере, то есть телескоп не насыщается. Эта идея полезна при разработке телескопа следующего. Вот советский телескоп ГТА, 6-метровый зеркал, который долго оставался самым большим в мире, он был запущен в 1975 году. Вот. Значит, тут интересным инженерным решением было то, что стали делать не эквадриальную монтировку с наклонной высоты, как обычно сделали, а зенитальную монтировку, то есть это было пионерское решение. Ну, естественно, это на все виды применено. Тоже монстроидальное сооружение огромное, ну, учитывая скромные размеры самой апертуры, то есть 6 метров, это не так много, тем не менее, главное зеркало 42 тонны весит. Ну, представьте себе, сколько весит центр конструкция. Значит, несмотря на все усилия астрономов, поскольку все больше и больше людей, оказалось, что они не оправдывают тех надежд, которые на них возлагаются, и ожидаемого, по крайней мере, высокого разрешения, высокой проницающей способности не получается. Начали разбираться, в чем дело, в чем причины, и оказалось, что очень сильно влияет на работу телескопа атмосферных объектов. К сожалению, видео не сработало в этой презентации. Значит, если снимать изображение звезды в фокусе телескопа с очень короткой экспозиции, оно очень быстро меняется и состоит из отдельных мелких таких вот зернышек, спекул, так называемых, вот как изображено на этой картине. Если реагировать такое изображение с длинной экспозиции, получится, естественно, большой размер на пекло, поскольку спекул изначально перемещаются и в среднем замываются за достаточно короткое время. В то же время ожидаемое дифракционное изображение имеет в том же масштабе вот такой вот. То есть понятно, насколько сильно мы теряем в разрешении и проницающей способности по сравнению с идеальным или расчетным случаем. Ну что с этим? Ну понятно, что есть, так сказать, возможность использовать космический телескоп Хаббл, который, естественно, использовались. Преимущество Хаббла в том, что он работает вне пределов земной атмосферы, то есть там искажающих действий нет, он работает действительно на дифракционном уровне. Я не стал помещать здесь картинки, которые получаются, их огромное количество и в интернете можно посмотреть. Вот. Ну, факт тот, что Хаббл, он не превзойдет, или ну, даже самые крупные из наземных телескопов, которые я буду рассказывать дальше, они только смогли приблизиться к телескопу с диаметром зеркала 2,5 метра, но которые работают в таких вот идеальных условиях. Без атмосферы, без влияния гравитации, которая выглядит. Ну а что же делать было наземным астрономам? То есть эта проблема возникла примерно в конце 70-х годов этого века. И, в общем, пошли исследования и разработки возможностей все-таки получения или постройки телескопов еще больше, но с высшей эффективностью. Ну, больше тех вот старых, добрых, 5-6. Значит, что было
вначале на относительно небольших там двух трехметровых крестах, а потом смасштабировано, так сказать, на большие. Во-первых, была своя технология сверхзвуковых зеркал. Значит, представьте себе, есть печь диаметром 8 метров. В этой печи выкладывается вот такая вот структура из огнеупорного материала сотовой, как сотый пчел. На эту структуру насыпается расчетное количество стекла, печь закрывается, это все разогревается, печь раскручивается до расчетной скорости, стекло расправляется, протекает эти соты и формирует вогнутую поверхность, желаемую или расчетную, в процессе, так сказать, плавления. Дальше эта печь крутится непрерывно, и народ ждет, пока это дело остужать стеклянную массу, особенно такой разноложный кристаллизатор, то есть остывание длится от нескольких месяцев до года. При этом печка крутится. Ну, это несколько оборотов. Достаточно быстро, есть видео, когда процесс остывания и лучшее стекло заканчивается, печь открывает, остается готовую заготовку. Зеркало вот здесь одна из стеклянных подложек, которая проходит дальнейшую шлифовку полировку. Естественно, что в силу равных размеров это достаточно нетривиальная задача. Сейчас для этих задач применяются станки с каким-то управлением. Инструмент, который определенным образом обрабатывает, полирует. При этом в зеркалах, которые телескопы, так сказать, поколения класса 8 метров, они очень тонкие. Относительная толщина, то есть отношение диаметра к толщине, у них всего 2 процента. То есть при размере 8 метров это порядка 14-15 сантиметров толщины. Как листик бывает, такие, если его взять за одну точку, они, естественно, не выдержит и развалится под собственным весом. Для того, чтобы изготовить это зеркало и заставить его работать в телескопе так, как положено, применяется так называемая система активного. Вот здесь вот видно зеркало телескопа Subaru 8-метрового до того, как на него нанесли отражающий зеркальный спектр. Вот видны системы вот этих вот множества вот этих вот цилиндрических, так называемых актуаторов. Это толкатели, которые изображены здесь уже, которые могут деформировать заданным образом, очень точно, вот эту вот тонкую заготовку. И когда мы в собранной схеме телескопа направим ее на какую-то звезду,
выкажем его новый фонд исследователям изображения близкой пья. Значит, для работы этой системы нужен яркий источник достаточно исследовательного объекта, чтобы сюда попадать. Для того, чтобы такой источник получить, используют продукт, который стреляет в область рядом с изучаемым объектом и зажигает так называемую искусственную звезду, высоко в верхнем слоях земной атмосферы. Свечение определенных молекул дают достаточно яркие источники. И вот телескоп ВЛТ 8-метровый сфотографирован лучше момент работы с искусственной звездой. Что дает использование адаптивное и активное? Вот изображение самого центра нашей галактики. Это изображение активная оптика и адаптивная выключена. Видно, что все достаточно сильно забыто и ничего нельзя разобрать. Размером можно не погрузить. После включения адаптивной оптики все становится резким, становятся видны вот эти вот звезды, которые окружают как раз самый центр нашей галактики. Изучение десятков таких снимков, полученных на протяжении нескольких лет, позволило вычислить орбиты этих звезд, то есть понять, как они вращаются вокруг галактического центра, и оценить массу черной дыры. Причем это наземное наблюдение. Это 10-метровый телескоп Кека, адаптивная система не работает. Это планета Нептуна. Здесь адаптивная система включена, то есть планета стала резкой, появились детали, а это изображение того же Нептуна, полученное с космического телескопа Хаббла, то есть по разрешению они подписываются. То есть воодушевленные такими вновь открывшимися возможностями, мы начали строить телескопы 8-метровых. Ну, только два примера. Комплекс телескопов ВЛТ. Очень большой телескоп в переводе. Аббревиатура VLT. Very large telescope. Это сразу 4 телескопа. С зеркалами диаметром 8 метров. Оно вот так выглядит. Которые работают как независимо, но могут работать и с комбинацией лучков. Там свои есть очень достаточно интересные задачи. Значит, еще из построенных телескоп Кека. Помимо технологии сплошных зеркал, которые мы в самом случае выше детали рассмотрели, была изучена также возможность создания апертуры телескопа путем складывания из относительно небольших сегментов, но при этом, естественно, все эти сегменты должны образовывать идеальную подстилающую поверхность, соответствующую расчету параболической и гиперболической поверхности с этой самой нереальной точностью лямбда 4. Поэтому каждый из сегментов контролируется, опять же, своей системой актуатора, системой активной оптики, и в итоге это работает как одна большая апертура. Вот телескопы Кека имеют диаметр апертуры 10 метров. Их построили сразу два. Они также могут работать в случае необходимости с объединением лучков. То есть это такой вот уже комплекс телескопа. Ну вот удачный опыт, так сказать, инженерных и научных усилий по созданию самой конструкции, по созданию зеркала, по управлению. Конечно, без компьютерных технологий об этом можно даже не мечтать, но появление компьютера в том числе и привело к тому, что такие безумно сложные системы реализуемы. Ну вот, как выглядит зеркало, телескоп Кека составлен на сегментах, прямо в виде вашего телескопа. Ну вот за эти 20 с небольшим лет было построено достаточно много телескопов, как с имитированными зеркалами размером 80 метров, так и со сплошными.
эти вот три телескопа, имеющие огромные объективы, они находятся в процессе построения. То есть астрономы, как вы видите, замахнулись на следующий шаг. Большой обзорный телескоп, проект надо свести, находящийся в состоянии постройки. Он по плану был в 2019 году. Планы, как всегда, корректируются, то есть несколько позже, но тем не менее он будет результат. Вот он имеет поле зрения 3,5 градуса. Вот счастливая мадам показывает его будущий, макет его будущего светоприемника, то есть это массив из состыкованных разрез матриц. Ну и для сравнения нарисована луна в том же масштабе. То есть 60 сантиметров светоприемник, 3,5 мегапикселя, и телескоп будет выдавать несколько терабайт данных за одну ночь. Предполагается, что в течение недели он будет рассматривать все. Почему это важно, почему это не важно? Существует целый ряд явлений, о которых мы знаем, и о которых мы, может, еще даже и не знаем. Вот так называемые транзиентные явления, которые что-то возникает непредсказуемым моментом, то есть нельзя заранее сказать, когда это появится. Поэтому такие обзоры очень важны. Это и гамма-вспышки, это и астероиды, астероидная опасность. Астероиды, которые могут угрожать Земле, это сейчас достаточно актуальная тема, и этот телескоп будет давать информацию, как они предполагают, что в астероидах до 140 метров они все смогут выглядеть. Телескоп будет рассматривать небо в течение многих лет, и эти данные будут складываться, накапливаться. То есть качество
накопленный газ. Мне даже непонятно, как это дело все придется анализировать, потому что ни человеческих, ни компьютерных ресурсов на такие объемы данных, а там речь не о петабайтах, вот, не хватает. Поэтому самым большим вызовом этого проекта в сети является именно система обработки данных. То есть как бы, все проблемы остальные решены. То есть с оптикой, со светоприемником, с механикой, с активной оптикой. Вот. А вот проблема, как это материал переживать, это самый большой вызов данного конкретного. Вот. Ну и три большие телескопа, которые появятся в течение следующего десятилетия. Ну это тот, о котором я уже говорил. Европейский экстремально большой телескоп. Имеет зеркало диаметром 39 метров, оно состоит из 7 метров. Размером 1,4 метра и всего лишь 50 миллиметров толщины, 798 сантиметров. Эти сегменты, они проводили макетирование для этих целей предварительно. Вот они, так сказать, 4 сегмента на специальной установке для обработки механизмов активной оптики. Вот из таких сегментов будет составлена вся светособирающая площадь, которую вы видите. Ну, это предполагаемый вид башни, но она уже спроектирована, площадка уже есть, и там уже ведутся. Американский 30-метровый телескоп тоже в процессе постройки, ориентировочное время введения в строй 25-й год, ну, как обычно, там по курсу. Также сегментированы шестиуровневые сегменты. Такая вот оригинальная башня, которая вместе с трубой поворачивается. То есть там в предыдущем случае открывается забрал, то есть более классический. Отдельно поворачивается телескоп, отдельно поворачивается башня. То есть это такое правое сообщение. Как будто глаз открывается. Ну и следующий вариант. Третья возможность получить большую апертуру – это составная апертура, то есть разработанный и воплощаемый сейчас большой многоглазный телескоп, состоящий из 8-метровых зеркал, которые научились уже хорошо делать, но они составлены так, что составляют одну большую поверхность, эквивалентную 25-метровому телескопу. Все это работает синхронно под управлением активной оптики. На рисунке художника видите лазерные лучи, которые зажигаются. Предполагается, что удастся продвинуться по сравнению с телескопом Хаббла на 3-4 звездных величины глубже, ну, и, соответственно, открыть нечто совершенно уникальное, новое, интересное, наше бесконечно важное в таком смысле. Ну вот, в принципе, все. Больше огромное спасибо за такую лекцию. Сейчас отключу. Огромное спасибо. Я думаю, что вы узнали много нового. Я узнала очень много нового и интересного, хотя, в общем-то, я даже была на экскурсии когда-то в мастерских, которых изготавливаются телескопы в Крымской обсерватории. То есть вот как бы мне казалось, что я достаточно в теме, но огромное спасибо, да, это действительно была очень интересная лекция. Ну и мне вспомнилось, так сказать, тут просили анекдот, мне вспомнилось исторический анекдот, связанный с телескопами. Был такой американский физик Роберт Вуд. Он в начале 20 века предложил очень оригинальный способ получения зеркала телескопа, идеального, что интересно, зеркала телескопа. Он предложил раскрутить жидкую ртуть, которая в процессе вращения как раз вот установится в точно параболическое, составит точно параболическую поверхность. Ну, естественно, в общем, это, он это таки осуществил, но почему это не пошло? Именно невозможно было эту ртуть приделать к монтировке. То есть она смотрела в зенит,
Зеркало-то было идеально, а вот что-то наблюдать кроме зенита, в общем-то, не получалось. Просто да. Сейчас есть радиотелескопы, которые лежат внизу, и подвижным вторичным зеркалом можно наблюдать. А я еще слушаю звуки из космоса. Это не анекдота были, и она имеет продолжение. Значит, построено как минимум два телескопа размером 3 метра и 4,5 метра. Имеющих ртутное вращающееся зеркало, то есть научились держать, предохранять эту операцию, и они наблюдают. А вот этого я не знала. Да. Огромное спасибо. Голландцы построили рекомендации, наши братья. Вот. И там действительно ограниченное возрастное наблюдается, с помощью корректоров и перемещения с этой определенной как-то это дело расширяют, но для обзора оно вполне подходит, оно не требует к себе внимания. Вот. А ртуть ядовита, естественно, испарение. Там нашли какие-то химикаты, которые сверху пускают, которые не мешают отражению и сдерживают испарение. Вот. И предполагается, по крайней мере, голландцы будут таскать этот телескоп по разным широтам. Сейчас он длинный, сделают его сразу перевели на другую широкость. То есть, в общем, по сравнению с затратами на такие вот сооружения, ну, да, копеечные, в общем, да? Так что, вы имеете право. Вообще, да, это очень интересно. Да, пожалуйста. Ну, мене цікавить якась спеціалізація, зокрема. І відомо, що дійсно 24 історії. 24 історії китайці ще віддала, але дуже розвинуті астрономічні знання. Ну, я почув, що Галілей перше побачив взагалі на небо в телескоп. І зокрема в цих дистанційних історіях є проєкт зірок. Більше 2000 зірок, які було виглядно каталог, вони були зібрані в кожному сузір'я, які відомі в західній відомі. Яким чином вони спостерігали і досягали точно економічного розвитку? Дякую за запитання. На озброєному оку на всьому небі доступно близько 6 тисяч. Тобто китайська автономія, так, там дійсно буде розвинути достатньо. Астрономічна наука, вони робили каталоги, вони робили вимірювання, вони вели записи, зокрема вони спостерігали спалахи супернових зірок. І залишили в літописах згадки, і потім ми змогли розкрутити назад і зрозуміти, що ця планетарна туманність відбувалася. Отієї зірки, яку зареєстрували китайці. Але вони не використовували, на жаль, технічний рівень не дозволяв. Хоча під час розкопок вавилонянці і єгиптян знаходять предмети, схожі на лінзи. Це скло зі сферичними поверхнями. Навіщо воно використовувалося? Може для запалювання. Відомо тому, що вигнуті зеркала використовували для розпалення багаття в Греції древні. Тобто оптика в якому стилі існувала, але до оптичних телескопів виробили діло не пішло. Навіть у часи Галілея, в принципі, очкові лінзи існували з 13 століття. Були позитивні, негативні лінзи. Ніхто не додумався з тих майстрів, які їх робили, включали, поставили. Це мене дивує понад усе. А до речі, чи якогось видатного астронома тих часів мати мала настільки гострий зір, що вона бачила Венеру? Це в кого? Кеплера. У Кеплера? Що він їй показав телескоп, а вона сказала... Точно відповідають дифракційному
подібна історія, тільки радіоастрономія, радіотелескопів. І от Анастасія Скорик, яка тут під апаратом, вона читала лекцію про носії інформації. Так, от, теж історія, але в іншому розрізі, не про телескопи, а про носії інформації, про їх еволюцію саме в астрономії. Так, да, ще питання. О, так, будь ласка. Якщо порівнювати затрати на запуск одного космічного телескопа і на створення такого, то це порівнювані величини. А ефект, тому ще невідомо, що буде краще. Створити великий 30-метровий телескоп на Землі і запустити 8-метровий космос. З технічної точки зору запуск апертури на 8 метрів наразі неможливо. Якщо буде ще запускатись, то меншого розміру космос може більше діапазон, який не спостерігається, не знаєте складу ультрафіолету, червону, цифри проблеми, термоматерія і так далі. Але вирішальне слово буде саме за наземною розміром. Так, то побудувати Сатурн-5 з нуля
ті люди пішли, які це робили, після них простіше зробити з нуля. Нову програму. Друге, стосовно інтересу і дисципліни. Дійсно, тоді ті роки головним двигуном цього діла була гонка озброєнь і гонка престижі. Кеннеді національна програма «Американці на місяць», «Догонимо і перегонимо», і вони такі це зробили. А оскільки і кількість грошей, і кількість людей-спеціалістів, які можуть займатися такими проблемами, вона обмежена, після місяця вони переключились на шапку, займали шапку, потім на космічну станцію. Тобто вони щось роблять, але таких амбітних цілісних не стане, оскільки головна місія була виконана, тобто вони застрадують, ну, а далі, що робити, які дослідження проводити. Безатмосферна пустиня сірого піску, місяць, ну, подивитися, взагалі там зараз вивчення. Практичних поки що проєктів по освоєнню комерційного місяця немає, поки не буде ніяких великих років в цьому немає. Ну, хіба що китайці ще план скажімо ставити. По-перше, ви знаєте, є такий факт, що в американському бюджеті програма Аполло обійшлася рівно стільки, скільки В'єтнам у В'єтнамі. Уявляєте масштаб? От одна з причин, чому потім нічого не робили. І ви не праві, що зараз нічого. Зараз робиться дуже багато. І от в найближчі роки, буквально через декілька років, ви побачите, зараз місяць досліджується дуже активно. Дуже активно космічними апаратами, в чому в основному не тільки американські, а практично весь світ в цьому приймаємо. І найближчі роки, ну, на перші роки 20 роки, перш за все буде висадка вже людини на поверхні місяця і початок будівництва вже постійно діючих станцій. Також, знаєте, програма об'явлена, що почнуть будувати в той ближчі роки, через декілька років, орбітальну станцію навколо місяця. Це вона буде виконувати різні ролі, в тому числі це буде подальша платформа для, наприклад, освоєння запуску до Марса. Ну і в контексті сьогоднішньої лекції я хочу згадати, що і були проєкти, і є проєкти, причому ці проєкти давно, побудовує астрономічних обсерваторій на поверхні місяця. Є ряд факторів, чому на поверхні місяця без атмосферного тіла легше будувати, ніж орбітальне. По-перше, там можна як мінімум зробити виробництво цього телескопа, тобто його там побудувати. Так що я думаю, що там, ну, якщо найближчі роки, то ближче десятиріччя, ми побачимо супервеликі телескопи на поверхні місяця. У Віті питання, так. У мене таке питання. Дивіться, збільшення розмірів телескопів земних, так? Це дуже добра штука, але вплив атмосфери вже є у нас нароблена якась програмна система, яка ці речі нівелює. От ви сказали, що там Хаббла запустити нового, чи апертуру розширити, це приблизно одні і ті ж витрати. А чи є програмна підтримка того, щоб земний телескоп працював так, як телескоп, який на орбіті? Або на місяці, як пан сказав, що... Ну, в ідеалі може так і трапитися, але, ну, як мінімум, до цього наближається. Може,
півтора-два рази гірше, чи ідеальне, але не виглядає. Я чого кажу? Тому що атмосфера і іоносфера, вони ж дуже міняються, навіть в вузькому проміжку. Там, де стоїть оцей телескоп, там, де його та сама штука. Тобто це треба вивчити для того, щоб скомпенсувати. Це давно вивчено, написано теоретично, написано програмне забезпечення і є залізо, яке це відробляє. Це ще є адаптивна оптика. Ні, я розумію, що таке адаптивне, я розумію. Просто наскільки це конкурентоздатне з телескопом, який виноситься на орбіту, або, як ви сказали, буде встановлений на тому ж місяці. Ну, от Олександр Петрович каже, що тільки в скільки? Ну, тільки в півтори рази гірше. Тобто повністю ефект компенсувати неможливо. Ні, то, що неможливо, даруйте, я як фізик знаю, що це неможливо. Мені просто цікаво, як обивателю, умовно кажучи, да? От куди краще гроші суспільні оприділити? На телескоп земний чи там вивести його на орбіту? І туди, і туди. Ні, то що і туди, а, да, але ж їхати те саме. Є перевага з точки зору ще спектрального діапазону. Це дуже... задача там дослідження об'єктів з дуже великим інфрачервоним зміщенням далеких. Там об'єкти вже в спектри входять достатньо далеко в інфрачервону частину спектру. Хорошо, що ви про це сказали. У мене наступне питання. Чи є якісь інтерфейси між радіотелескопами? Телескопами інфрачервоного спектру, гамма-телескопами і телескопами оптичними. Ну, в смислі того, щоб вони дивились в один бік і показували картинку, яка в різних електромагнітних діапазонах відображалася. Є таке, але там не співставне кутове розділення. Десь воно замите, десь воно добре видно. Тому ні, я розумію, там свої фізичні особливості. Гамма-телескоп літає, оглядає небесну сферу, бах, гамма-барстер, палахнув. Посилає сигнал на оптичний телескоп, який на протязі 30 секунд наводиться в цю область, точно в цю точку, і дивиться, чи є там оптичне свічення. Ну так, оце ж є інтерфейс. Тобто, одні шукають, інші дивляться, підтверджують там і складають. Це різні явища, які, ну, специфічний клас. А так, ну, спостерігають скупчення галактик там в рентгені, в оптиці, в інфрачервоному, потім порівнюють, там, да, у нас тут газ, у нас тут... Темна матерія у нас, світла матерія. Такі роботи робляться, звичайно. Але ж, напевно, нема сенсу це робити прямо одночасно, от прям одночасно дивитись, ну, крім як на транзієнтні якісь спалахи. Ну, зараз дуже модно от, для обивателів розказувати, отам стикнулися дві галактики, тут вийшло цих самих, там, ну, красиво вийшло, коротше, головастики вийшли, да? От. Просто що, що ці всі речі, вони в різних діапазонах електромагнітного випромінювання, в тому числі оптичному діапазоні, вони по-різному виглядають. І від них до нас страшенно далека відстань. От. Тобто, що ми бачимо в даному випадку? Ми бачимо світло, ми бачимо рентген, ми бачимо радіо, чи що ми бачимо. І на якій відстані від нас є те, що ми бачимо в кожному з діапазонів? Я хочу додати, що практично вся сучасна наука, вона така повна. Астрономія, зокрема, от навіть у нас, от, планетології, часто летить один той же космос.
нам дає можливість вивчати цей об'єкт, ну, багатогранно. Там, до речі, мас-спектрографи. Ну, Касілі останні крафти. Мабуть, ви чули, що недавно зафіксували чи публікували результати про фіксацію ще гравітаційних волн. Причому з трьох точок. Тобто вже навіть обчислили ту ділянку неба, де це явище було. І почалася гонка, тепер всі, кому не війні, на всіх крупних телескопах намагаються подивитися, що там саме є. От вам інтерфейс вже не тільки різний діапазон електромагнітний. Ні, ну гравітація, гравітація – це окрема стаття наших цих самих. Так, давайте переходити до наступного питання. В нас ще майбутній астроном почав. Треба буде почекати, поки вони розуміють. Зараз, я сподіваюся, майбутній астроном. Цікаво на наших лекціях, а потім він поступить на карту. Це хороша карта, поступайте. Будеш астрономом. Да, в кого ще є питання? Хто ще хоче висловитись? Я можна просто пару слів. Мене на питання вже відповів. Моє ж питання було там про телескопи на орбіті, але не знаю, коли я слухаю про ці телескопи, які зараз будуються, в мене мурашки, я просто відчуваю ці мурашки, тому що наскільки людство зараз може будувати оці дійсно монстроподібні споруди, точні, дуже високотехнологічні і які в нас збирають люди. Я додала, колись ще в живому журналі, там років, я не знаю, 5-6 тому, у нас була дискусія щодо книжок навколо астрономії, хтось там казав, от Перельман, хороша книжка. Я кажу, вибачте, астрономія настільки великими кроками йде вперед, що ще математику для дитини можна порекомендувати Перельмана, математика – це і є математика. Але астрономію Перельмана, астрономію 20-х років взагалі не можна, тому що те, що було відкрито після, ну не те, що після 20-х років, а за останні, там, я не знаю, 20 років, і ще, що мене просто, там, мене вибухає мозок, коли я думала про те, що екзопланети спостерігають в прямий спосіб. Це просто, мені це виносить мозок, коли я думаю про те, як. Ну, коли вони знаходять екзопланети, там, вона проходить по диску зірки, там, за блиском, чи що там, гравітаційна лінза, ну це ще якось я можу собі уявити. Але коли мені кажуть про прямі спостереження, в мене просто в цей момент вибухає мозок. І, звісно, там ще одне слово про те, що завжди я люблю про це сказати, тим більше, що тут от є у нас молоді слухачі. Наука, вона набагато цікавіша за псевдонауку, яка там теж дуже любить там себе щось таке зобразити, але цікаво, що коли мене батько провів в наш планетарій, мені там було 12 років, на лекцію, ну, яка викривала уфологію, я все це послухала, а потім я послухала це через, коли Настя ходила в такому ж віці на астрономічний гурток, і я почула всі абсолютно ті ж від уфологів. Тобто все, що було перелічено тоді, вони не просунулися абсолютно, в них не з'явилося жодного нового факту. Але за ці роки в астрономії з'явилася купа нової інформації. Тобто наука насправді, а астрономія – це одна з найбільш наук, що бурхливо розвиваються. І, власне, давайте подякуємо тим астрономам, що тут присутні, за їх нашим і в мене ще одне питання. Тут от для обивателів інтересні розказки розказують. Одні спеціалісти кажуть, наша система
ну, вселенная, да? Вона двох вимірна, а інші кажуть, три вимірні. Так от чого ж астрономія встановити науковий порядок в цій суперечці? Тому що це йде на рівні дуже тонкої фізики. От. А от що може сказати астрономія на тему, який наш світ, скільки в ньому вимірів? Тому що от у нас прекрасна дівчина отримала премію в Індії за дуже класну роботу, як впакувати в, по-моєму, восьмивимірному просторі кульки. От. І є така ще дуже цікава і смішна штука, що спочатку математики щось вигадують, а потім проходить століття, півстоліття і так далі, і фізики нарешті починають розуміти, як це примінити до того, що вони спостерігають. То чи може астрономія нам сказати, скільки вимірів має наш світ? Більше ніж трьох. Але гравітаційні хвилі, про які ви сказали, це вже трішечки більше, ніж три виміри. Ну? Може, ми з гравітаційними хвилями перейдемо вже до чаю. Окей, ладно. Скажіть те саме, коли зупиняти, і я зупиню. Давайте, да, давайте на цьому поставимо крапку офіційної частини. Ми перейшли до дуже цікавого моменту. Багато крапок. Багато крапок, так. Тому що про це треба поговорити. Давайте перейдемо поки до неофіційної частини, де ви зможете задати питання астрономам, які тут присутні в неформальному оточенні. І я вам нагадую, що наступна лекція, остання в жовтні, це лекція Тараса Данька, кандидата економічних наук. Ми будемо розмовляти про майбутнє економіки, тому що зараз у нас черговий злам. Ми знаходимося, якщо ви це зможете собі уявити, десь приблизно на такому ж етапі, на якому знаходилося людство під за часів неолітичної революції, при переході від збирачів і мисливців до землеробства, або коли це була промислова революція і маса селян просто припинили бути селянами і стали робітниками. Зараз з ким ми будемо, що на нас чекає, яка економіка на нас чекає, які професії будуть затребуваними, які навпаки помруть. Ми спробуємо про це поговорити з економістом Тарасом Дмитренком. Приходьте, він харизматичний лектор, це буде дуже цікаво. Ну і, власне, дякую за увагу. Залишайтесь з нами, шукайте нас.